Здорово, народ. Сибиряк 007 с вами. Приехал сегодня порыбачить с лодки, поеду на большую воду. Предыдущий выезд оказался не совсем для меня удачным. Мы ездили вместе с моим другом. Я в тот день поймал только одного окуня кое-как под вечер. А вот ему повезло больше. Он поймал хорошую щуку, свою рекордную, ну и еще одну сумасшедшую рыбу, ну, которую чуть позже вы увидите. В общем-то, я пошел собирать лодку, а вы пока посмотрите кадры с предыдущей рыбалки. И сегодня я в компании... Не, не азиата, три семерки, теперь у нас Антоха Борода Рыбак. Антоха Борода Рыбак. Вот, выбрались на большую воду, сегодня на другом участке Оби, такая некая разведка, что здесь происходит. Единственное, что могу сказать, воды здесь сейчас больше, чем обычно, по такому уровню я никогда не ловил, поэтому, ну, будет некий эксперимент. В планах поискать, наверное, щуку, ну, по факту, что получится, то и будем ловить. Сегодня будет отличный день, 100 водов. Да. Ну, она здесь не стоит, она сюда выходит пожрать. Да. Она вышла пожрать. О, подсак-то надо, нет? Чё, я не знаю, брат. Я тебя не понимаю. Я сам ее не понимаю. Распечатался. Привет. Ты чё, дура, что ли? Братан, ты видел это? Это чё было? Трэш-контент! Она нормальная вообще, нет? О, ну хоть экспу не поломала. Ни хрена себе, ты видел это? Да. Я за ней, она как жестко, жестко. О, вообще. О. Че, есть? Давай. Хорошая поклевка была. И это походу щука. Че там, как ощущения? Да, отличные. Отличные ощущения. Отличные. Только давай так, чтобы она не прыгала на меня, ладно? Базара нет. Ну все. Я постараюсь. Не, ну, добрая. Добрая, затрешка. Около троечки. Понеслась! Сейчас сердце остановилось, да? Да, наоборот, оно сейчас. Тут. Ну не, братан, это... Я думаю, это не затрешка. Я не могу в это. Ближе. Попал. Да. Да. О, да, брат. Чувак, это 4+. Все, она, прикинь, она оцепилась. Да, это 4+. Жестко. Тяжело. Это пятюня, походу. Это, походу, пятюня. Слушай, у тебя есть этот, весы? Да. Братан, надо весы. Весы у тебя под жопой в рюкзаке. О, под жопой в рюкзаке. У меня сейчас все вообще под жопой в рюкзаке. В любом случае, это моя трофейная. Самая большая? Да. Это самая большая. Йоу! Да мы тут еще и трофей взяли. 4800 пишет. 4400. О, вот это прям... Сейчас тебя поцелует засос. Это прям жестко. Это прям... это непередаваемое ощущение. Вот. Если у вас есть возможность порыбачить с лодки, рыбачьте с лодки. Давай, маманя. Давай. Ждем от тебя приплода. О. Все, пошла. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ну что, ребят, лодку почти собрал. Вот такой вот себе тубус заказал. Сменил желтый, который был на борту. Почему сменил? У этого тубуса есть очень классная фишка. Он открывается не с этой стороны, не с той стороны, а открывается он сбоку. Вот это цуриноевский китайский тубус. Вот, сделан весьма качественно. Но фишка именно вот в этом боковом открытии. Так предположил, что мне для бортовой перевозки спиннингов запасных это будет очень удобно. Здесь у нас тоже клипсы отсоединяются. Сбоку так вот пристроил, и красота. Места, конечно, в нем много. То есть даже если едешь с кем-то из напарников, можно спокойно брать там 4 запасных удилища, а то, наверное, даже и побольше. Он весьма вместительный. Обратно также закрыл и фиксируется на застежке. Одна застежка и вторая застежка, плюс сверху догоняется липами. О, какая классная штука. С этой стороны я цепляю его на
обычные хомутки пластиковые, которые продаются в строительных магазинах. Вот они, тут 4 хомутка. На всякий случай, вот у тубуса есть такие вот кольца. Кольцами я цепляю по карабину. Заказывал этот тубус не с Китая непосредственно, заказывал я его из России. Здесь, получается, даже недалеко не от нас находится, по-моему, Новокузнецк, что ли, город. Короче, магазин Цуриное.нет. У них под Цуриное там самый большой ассортимент. Вот. Кому надо, ссылка будет в описании. И там же промокод на небольшую скидку тоже в описании. Это невозможно, надо уже брызгаться и закутываться в баф. Первая рыба. И очень даже, походу, неплохая. Палочка до 15 грамм. Куда там она пошла-то, эта рыба, понять не могу. Ну-ка. Не вздумай там под якорь залезть. Похоже на щуп. Нет, не щука это, ребят. Это он. Похоже, это как бы даже не мой рекорд был, ё-моё. Ни хрена себе окунь. Вот с такой рыбы начинается наша сегодняшняя рыбалка. Это не окунь, это монстр какой-то. Офигеть, окунище. Взвешивать надо. Нет, ребята, нет, не побил. Этот красавец потянул на 650. Шикарный горбач. Сработал шакаловский шейтейл на 4 граммах. Такой брахвостик 2,8 дюйма. Опа! Есть! Очень аккуратная такая нежная поклевочка. Вроде неплохая рыбеха. Ну, похоже, что это прилов. Хотя давит так хорошо. Прилов. Но все равно прилов. Да. Напильник вот такой. Напильничек. Судачишка. Ну, тоже приятно. Ух. Проводка самая обычная ступенька. Пока в таком, в поисковом формате. Если это есть, если где-то будет системно поклевывать окунь более-менее, тогда можно ухищряться там с проводками, с приманками. А пока классика. Что это? Рыба, что ли, стоит? Вот это-то явно рыба стоит какая-то, да? Мелкая, за закосками. Может быть, те же самые ези. Сейчас будем проверить этот перекатик. Вот, ну вот здесь среди камней какая-то рыбка стоит на перекате. Вот она, эти белые пятнышки. Может быть, здесь и окунь среди этого малька есть. Ну, должен быть, по крайней мере. Это что за номер? Это кто? О! Интересные дела. Кидал джик, он не клевал. Поставил крынк, думал, может быть, этот попадется. Ясь. Попался окунишка. Окунь нормальный. Ах ты ж, кто-то кусал.
Есть. Есть, не показалось. Не показалось, это хорошая рыба стояла. Давай, давай, хорошая рыба. Не показалось. Кто здесь у нас стаю леща караулил? Наверное, щука. Да? Да, щука. Щука караулила стаю леща. А, хорошая щука. Зачетная. Ух, та-та-та-та. Давай сюда. Да. Есть. Ага. Хренушки, это уже в сачке. Ой, руки трясутся. Фух. Фух. Вот такая вот девчонка. Зубастенькая, дерзкая, резвая, летняя щученция. Вот такая под полторашечку где-то будет. Я уже даже немножко отчаялся, потому что время сейчас, наверное, около 11 часов, и я вот только сейчас поймал очередную рыбу. Наткнулся на стаю бели, я так понял, это лещ стоит, судя по соплям на моем шнуре. Вот покидал стаю, бесполезно, иду дальше, смотрю по эхолоту, недалеко от леща. О, мошка прилетела, недалеко от леща, такие три хорошие палки стоят, думаю, блин, ну поди щука, наверное, то есть там она не одна, там еще есть. Вот, ну и все, решил поставить приманку побольше, покидать на двойнике, на 5 граммах. Здесь глубина небольшая, совсем метра 2,5-3, течение почти отсутствует. Оказывается, эта девчонка сюда пришла караулить леща. Сегодня взял с собой лайтовый спиннинг. Это Crazy Fish Perfect Jig 76, то есть он в длине 2.30, в тесте 3.15 для ловли на легкие веса. Конечно, рассчитывал прежде всего на окунька. Катушка тоже небольшая, это фаворит Арена размером C2500S. И шнурок тоже фаворитовский, это X1.06, вот добиваю остатки с того года. Очень хороший шнурок, мне понравился в плане чуйки поджигу, прям то, что надо. Ну и в остальном тоже хорошо. Вот что он мне сделал с поводком, здесь поводок стоит маленький, из струны. Поставлю-ка, пожалуй, я поводочек немножко подлиньше, а то 10 сантиметров это смешной поводок для щуки. Такс, опа. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Там какая-то кандидатура нервная. Уменьшил приманку. Поставил вообще на окуня. Думал, там окунечек какой-нибудь может лазить. А это девушка решила сожрать ее. Да куда ж ты так давишь-то, а? Палка до 15 грамм. Напомню, да? Шнур 0,6 по Японии. А это как бы даже не крупнее была рыба. Ух. Вовремя поводок поставил побольше. Вовремя. Ух ты. Какая темпераментная. Да-да-да, это маленько покрупнее, по-моему. Тоже щука. Ух. Лишь бы не плюнула мне приманкой в глаз. Хорошая. Ядрен батон, ребята, да это крокодил. Это крокодил. На малюсенькую приманочку ты 2,8 дюйма. Ё-моё. Ё-моё, я сейчас обоссусь адреналином. Ух. Ух, девчоночка. Кто же мог подумать, что здесь будет такая рыба. Она в сачке. Она в сачке. Ух! Мама, да ты что делаешь-то? Обалдеть! Да иди ты в баню! Нормальная колбаса!
Ам-ням. У меня дочка смотрит мультик Ам-ням. Вот вам Ам-ням, тоже зеленый. Только не круглый, а длинный. Вот такая, ребят, обалденная щука. Ну, это, наверное, около четверки. Мы сейчас ее, конечно, взвешаем. Просто фантастические ощущения на удочку, которая вообще для ловли окуней, блин. С 0,6 шнуром на малюсенькую приманку. Кайф. Она ее просто раскрыла. Ну, потому что чебурашка ультралайтовая для ловли окуня. Ну что, герой дня. Джека Лэйшет Тейл 2,8 салатный. С утра почти рекордный окунь. Ну и сейчас нерекордная щука, но шикарнейшая просто. 3,910. Охренеть. На прошлой рыбалке 4,5 антохи. Сегодня отпускаем, потому что такие щуки — это самый лучший фонд для нереста, дают самое большое количество икры, самые здоровые икры. Надеюсь, кто тебя поймает следующий, поступит точно так же. Ты уже ушла в категорию мамашек. Давай, красотка.